холодно. Да чего же холодно было этой ночью в Самаре. До костей пробирал извозчика ледяной ветер. И никого на улицах ни души. Слышен только, как цокают по булыжнику копыта лошади. А у нас на дворе осень 1921 года. Эдуард Кондратов. Роман «Жестокий год». Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».